А куда ты меня ведешь? Скажи, пожалуйста. Ты какой-то сюрприз мне хочешь сделать? М? Ну, для чего молчишь-то, ну? Потому что сейчас придем и сама все увидишь. Ой, ладно, наверное, реально сюрпризик какой-то. Да, это тебе сюрприз за то, что ты со мной сделала в предыдущей серии. Вот настоящий тебе сюрприз сейчас будет. Так, и где? Вот первый сюрприз, посмотри в сторону. Это твоя тачка будущая, на которой ты кататься будешь. А, вот это моя тачка? Да, вот это тачка твоя будущая. А сейчас пойдем, я тебе покажу твой дом будущий. Давай за мной. В смысле, какой мой дом будущий? О чем ты? Пошли, пошли. Вот чуть-чуть дальше мы с тобой отойдем, я тебе кое-что покажу. Давай сюда за мной. Ты же это, в предыдущей серии слишком много умничала. А я-то комментарии подписчиков читаю, мне сказали, что... Ну, сейчас сказать, все сама увидишь. Вот давай примерно... Вот давай где-то вот здесь. Так, вот, подожди. Я сейчас поставлю тебе компостер вот сюда, и на компостер поставлю вот так люк. Все, подойди сюда, пожалуйста. Давай. И что это? Залезай на компостер, залезай. Ага, внутрь упади, вот так, посмотри на меня. И, Кать, добро пожаловать, с новосельем. Это твой новый дом. Алло! Всё! Выпусти меня! С этого момента ты живешь здесь внутри! Это еще кто решил? Это я решил то, что с этого момента ты живешь здесь, Кать. Я требую объяснений. У меня там, между прочим, на территории есть свой дом с розовым стеклом. Может быть, я туда тогда пойду, раз я так захотел? Ну, кстати, да, Катя же в предыдущей серии слишком сильно умничала. Она говорила то, что это моя беседка, которую я построила на стриме. Поэтому в мою беседку никто другой, кроме меня, не может заходить. А подписчики в комментах начали писать, что я построил весь этот город практически сам. По такой логике ты в мой город тогда не можешь заходить. Все, вот это твой новый дом, Кать. Знаешь что? Я сейчас пойду в свою тачку и поеду, куда глаза глядят. А это с собой заберу. Спать буду. Ну тебе понравилось, ну? Мне понравилось, да. Все, если в следующий раз будешь умничать, реально будешь здесь, в этом компостере жить. Ой, посмотрите, какие мы умные. Вот это все, вот это пошло, оно вот из тебя, да. И это не я, это все подписчики, это подписчики мне новую идею вот такую, да, сказали. Так что если будешь умничать, если я этого не замечу, как ты умничаешь, зато подписчики это заметят. Я сейчас тебе яйцо кину, вот это королиничье. Иди сюда. На тебе в лоб тогда другое яйцо, все. Ах ты, иди сюда. Хватит яйцами бросаться куриными, они священные. Все, пошли за мной, у нас с тобой еще сегодня очень много дел. Думаешь, я тебе буду помогать? Куда ты денешься? Буду помогать, я все пойдем. Ну вот, это мой дом. В принципе, я как здесь хотела жить, так и буду продолжать жить. А вот еще после этой серии, тем более, здесь навсегда останусь. Понял? Вот это мой дом. Ты не можешь к нему подходить, ясно? Ну как-то, честно, не очень хочется к нему подходить. Лучше ты ко мне подойди, давай садись в вагонетку. Нам нужно отправиться в саванну и с хрюнделей притащить. Давай, садись. А разве у нас хрюндели в саванне водятся? Ну, тут рядом хрюнделей как-то не особо много, поэтому давай встретимся с тобой в саванне. Ага, давай, поехали. Давай, толкай. Давай. Только ты там, Кать, поаккуратнее, хорошо, держись за вагонетку. Давай. Держись. Подожди, так там же у нас голем повешенный. Где? В смысле, так там же дыра! Ну так поэтому. Поэтому я тебе. Все, я остановилась. Ты че раскричалась-то так? Поэтому я тебя отправил на вагонетке. Да все нормально. Было. До того, как ты упала. Ну ты снимешь этого проклятого голема уже когда-то в этой серии или нет? Ща все будет. Ёперный театр, я тоже упал. Лох. Так ты его не убивай! Он и так повешенный, зачем? Кать, не убивай мертвого голема! Кать! А что мы с ним сделаем? Не убивай мертвого голема! Ну, нет, я тебя умоляю, пожалуйста, всем своим сердцем. Все, ладно, не буду. Просто сними его. Как я тебе это сделаю? Так же, как ты его и повешала, ручками. Сейчас попробуем стрелой. Ой. Ну, как-то надо в блок попасть, короче, вот так. И вот в эту веревку. Ну... Честно, я не хотела. Я хотела веревку сбить. Только Катя может убить уже мертвого голема. Так, в саванну, плывем в саванну, давай. Ночная операция. Катюшка-охотница и Эдисон Пипедисон. А почему у тебя нормальное имя, а у меня не очень?
А давай я у тебя тот же самый вопрос спрошу, хорошо? Ну, мы с тобой, Катюшка, как всегда, самые странные. Почему мы ночью выбираем то время, чтобы пойти поохотиться на свинюх, если за нами 3 крипера, 2 эндермена, 4 зомби, 12 фантомов летят? Ну почему? О, фантомы еще! А потому что мы любим с тобой приключения на одно место. На сладкостанцию мы с тобой любим приключения, как обычно. Ну ладно, давай да. мы тогда не будем отвлекаться на всех вот этих летающих прибамбасов. И давай сразу же за мной вот сюда побежим. Погнали, нам нужны только свинюшки. Давай, давай, на меня сейчас фантомаски, этот фарш будет, и вот вместе с подливочкой из Игорёшки. Давай, давай, на меня! 5 крипер, сзади тебя, крипер, сзади меня, спасай уже! Ну в смысле спасай, он мне тоже помогай, как обычно, блин, стоишь там в той стороне. Ох, ну давай мы вернемся, пожалуйста, просто домой, переспим с тобой вместе, и потом пойдем за свинюхами, но тут даже нет свинюх посередине ночи. Сзади! Кто сзади, свинюха или сзади Игорь? Да все сзади, блин! Я вижу одну свинюху, Кать! Отлично! Ты то, что нам нужно. Каролину только что тоже на фарш пустил. Ой, еще одна свинюха. Ну и, конечно же, мистер Крипер, да. Ну, слушай, нам больше-то и не надо свинюх, нам только две. Ну да, так, давай, ты тогда тащи вот эту свинюху, а я тащу вот ту свинюху. Все, давай. Так, Хрюндель, ты где? Пока тебя мистер Крипер вот эти не зажарили, давай я тебя заберу до дому. Давай за мной. Кать, ты где? Вези меня до дому, моя свинюха. Мистер Крипер, добрый день. Ой, нет, только свинюху не убивайте. Ну так может ты слезешь со своей свинюхи, как нормальный человек, женщина, потащи ее на поводке. Нет, так не годится. Все, пошли, я твою свинюху тоже везу. Ёханый бабай, все пострадали, все. За мной! Катя, ты там держись, хорошо? Да все нормально, мистер Крипер нас не догонит, он медленный. Ты так думаешь? Я знаю. Я его бью удочкой, чтобы ты понимал. Я понимаю, зачем ты это делаешь? Не знаю. О, пластинка с мистера Крипера! Ты сейчас сделала то, что делается на протяжении всей серии! Ты случайно мистера Крипера скелетом убила и пластинку выбила! Чё? Ничего не поняла. В серии 70 назад мы этому полностью весь видос уделили, чтобы пластинку одну выбить. Катя сейчас случайно удочкой мистера Крупера по башке била и сама пластинку выбила. О, нифига, говорю, давай придем домой, послушаем, что там. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда? Доброта это тогда, когда все друг другу, друзья, и летать все могут. И 3-4, девочки и мальчики! Сладкие карамельки, а на них большие башмачки. Кать, у тебя лодка на месте плывет. Кать, не пугай меня. Ну, кстати, так тоже можно. Ладно, я сам тогда доеду. Вперед! Вперед, мой Хрюндель, вперед! Подождите меня. Хрюндель, погнали. У тебя там все нормально? У меня все отлично. Ага. А это что только что было? А я не знаю, вот надо спросить у товарищей интернетчиков. Тебе там удобно, да? Мне очень удобно. Так, хрюндели, давайте мы припаркуемся где-то вот здесь, возле нашей коричневой панды. Подписчик, кстати, продолжает писать, что мы ей сделали дом, но мне кажется, ей здесь нормально. Ага. Все, давай не сюда, в сарай, да? В сарай же их ведем. Конечно, в сарай, туда местик с курячечками, с зайчачечками. А, у меня есть теория насчет того, почему я вылетела. Ага. Мне кажется, просто сервера не выдержали моей шикарной песни и решили такие, пока. Ну, кстати, да, ты там так громко орала, что мало того, что у меня чуть кровь из ушей не пошла, и Майнкрафт тебя к чертовой бабушке выкинул с сервера. Все, давайте затаскивайтесь вот сюда внутрь. Ага, красавцы вы наши. Внутрь, я сказал! Вот сюда. Строгий батя. Все, вот здесь стой, никуда не выходи. Вот так. Слушай, может тогда сразу чики-бам-бом-бом-бом, вот это бом-бом-бом-бом-бом-бом. Вот давай только ты сам держи тебе морковку. На. Ага, ну у меня есть, кстати, морковка, но на этом тоже спасибо. Все, давай, Хрюха и Пуха. Чики-бам-бомтесь. И? Так, и сейчас у нас Хрюха, Пуха и Пропердуха маленькая. Давай мы, может, реально их так назовем? Ты так шикарно умеешь придумывать имена, я просто завидую тебе. Ну все, Катюк, смотри, какие они радостные, прям прыгают на месте.
А чего они прыгают? Я первый раз вижу, чтобы свинья прыгала. Да я не знаю, почему они здесь прыгают. Ладно, пошли, Кать. Надо... Это они просто под мою песенку хотят потанцевать. Давайте еще раз. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Ты аккуратнее с этими песенками, сейчас в Майнкрафте опять кикнет или забанит даже. Ладно, все, пойдем. Тут это, Кать, у меня к тебе очередная инженерская постройка есть. Давай мы с тобой отправимся вот куда-то вот сюда. Сегодня я тебя отправлю туда. Куда? Наверх. Туда, что ли? Да, именно вот туда. А зачем? Ты сегодня космонавтикой будешь. Где я провинилась опять? Что я сделала? Да ты-то ничего не сделала, но вот подписчики в комментах мне написали то, что Катю сегодня можно запустить в космос, и написали мне, как можно построить вот эту постройку, которую я сейчас как раз-таки собираюсь и строить. Я уже не зря вот этот шалкер ящик с собой взял. Я не тот шалкер ящик с собой взял, этот пустой, поэтому жди здесь, я сейчас гоняю за правильным шалкером ящиками, сюда вернусь, стой тут. Ничего не понимаю, но очень интересно. Тебе не нужно понимать ничего. Раздатчики взял, редстоун взял, этот динамит тоже вроде взял, воду взял, вроде все взял, Кать, я иду. Давай, я тут уже четвертую бутылку меда пью. Страшно что-то. Опять бухаешь, да, походу? Ну ты меня куда-то в космос там хочешь отправить, я что это, смелая что ли? Опа! Так, все, Катюха, готовься, прям сейчас будет начало. Все, подойди сюда и смотри, как это вся дичь строится. Ставим сначала 12 раздатчиков, если я дружу с математикой, посчитай, 12, не 12, я не знаю. Потом, песочек, вот сюда, 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 и все это, всю эту шайтан-машину нужно соединить редстоуном. Вот так вот. Эти блоки похожи на мордочку какой-то собачки-хаски. У тебя наркоманское какое-то воображение, вообще не похоже. Там в шалкер-ящике ведра с водичкой есть. Вот притащи их сюда и залей вот между вот этими всеми раздатчиками, хорошо? Ты уверен, что я справлюсь? Уверен, на все 100%. Давай, заливай. Оп, 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 все. Сейчас, Катюха, в каждый раздатчик нужно немножко динамита запихнуть, потому что нынче без динамита в космос ты вообще полететь даже не сможешь. А со мной точно все в порядке будет? Ну, на 50% да, на остальные 50 ты можешь вот это в травмпункт попасть, но это как бы минимальный шанс. Ага, все готово! И куда мне? На центр, становись вот туда. А костюм не дашь какой-нибудь защитный там? Космонавтов? Да, не-не-не, вот этот алмазный хорошо тебе подойдет. Ну ладно, хорошо, давай. Только старайся прицелиться в воду. Все, ты готова? Тогда моментальный отчет. Раз, два, три, четыре. В смысле, полетели? Я не пойду, ты что, дурачок, что ли? Ты только что 12 динамита профукала, ты на центре должна стоять, с тобой ничего не произойдет. Ты только что чуть меня, одну единственную неповторимую такую, не угробил. Кать, я тебе клянусь с Каролиной, которая там гуляет сзади нас, вот она за кустами, там с тобой ничего не произойдет. Каролина, ты точно уверена, что со мной все в порядке будет? Да? Пойдем, может, со мной тогда? Не хочешь? Ну и не надо. Встань, пожалуйста, на центр, стой там, можешь глаза закрыть, если тебе страшно, но я тебе 100% говорю, все получится. Давай еще раз. Ты можешь максимум умереть только тогда, когда будешь обратно лететь, но я тебе уверяю, все будет хорошо, ты просто главное в воду целься, Кать! Хорошо! Целься в воду! Ты сказал, что со мной будет все в порядке. С тобой было бы все в порядке, ты в космос летала, вернулась обратно, но тебе я сказал, надо в воду было прицелиться, Кать, в воду. Ты меня обманул, это был не космос, я даже не увидела ни планетку, ничего вообще. Ну так глаза надо было открыть, тебе было страшно, ты, наверное, закрытыми глазами летела. Да блин, с Эйфелевой башней дольше лететь, чем с твоей вот этой космонавтической станции. Ну иди сюда еще раз попробуем. Давай ты сам, а? Ну хорошо. Ну что ж, космонавт Едисон Пипедисон, вы готовы к полету? Всегда готов! Готов! Сейчас я на тебе тоже отыграюсь, ты меня тоже полетаешь, птичек там увидишь. Угу. Ну запускай уже давай, что ты кругами ходишь? Все, запускаю. 3, 4, раз, два, погнали. Все, давай, главное в воду попасть, главное попасть в воду! И... Да, давай!
Водичка, сестричка! Водичка, сестричка. А где вода? Куда она за секунду испарилась? И почему посередине всего этого дела стоит губка? Ты знаешь, случайно из винтаря выпала. Вот честное слово, прям случайно выпала, прям вот сюда. Я не... Извини, пожалуйста, так получилось. Губка из винтаря поставилась на землю и высушила всю воду случайно. Да, нечаянно правой кнопкой мыши нажала, просто там, ну, случайно получилось так. Компостер с тобой, Илюк? Со мной, со мной. Ну тогда хорошей, спокойной тебе ночи. Домой ты сегодня не возвращаешься, я посплю на твоей розовенькой кровати. Все, аривидерчи, Катюха. Не смей на мою кровать ложиться! А, ну так значит ты не знаешь, что я на ней до этого уже раз 20 спал, да? А, ну тогда это и хорошо, что ты не знаешь. Предатель.